Все, сейчас убьем. Мать и фуба. Сука, когда мы остаемся добивать, блять, дайте ебаный рейдж, нахуй. Когда я веду собаку, синтек, нахуй, хули вы встали как вкопанные, блять, зеленые люди, нахуй. А я зелен, ну, похуй, согласен, косяк. Смотрите повнимательнее, блять, глазами, нам нельзя сталкиваться, мы конфликт словили и подохли, мы могли добить. Давайте рейндж, нахуй, вы должны на 30 метрах рейндж стоять от собаки ебаной, от миликов, которые там прыгают. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, ебло, блять. Пидорас, блядь. Ну не подбегай ты, хам. Хаджеми, блин. Да хиль теряет. Не уроните никого. Хаджеми, блядь. Стой в стене, нахуй. Вот это что, блядь? К центру вообще не выбегай. Она один раз. Нахала, нахала. Засейвите его только и отхильтесь. Моменталку приготовь. Что значит на этой будут на лучах будет на миликах, да? Да. Бегите или умрите. Лучи. Историях. Метка на мардаунте. Дохиливайтесь. Zip code now. Берегитесь. Ебать, что это за лужи тут нахуй? Сейчас выведу. Даже не говорите нихуя мне, блядь, я же не вижу, блядь. Вдоль стены разливайте, ребят, с меткой. А, еще один обстрел пережить, вот скоро будет, через 5 секунд, готовьтесь. И добьете. И добьете спокойно. Метки на ком там? Метка, у дикон. Сейф, да, ровись. Ну это вот у Фарла сейф есть, у меня нет уже. Не помогло нихуя. Не, нормально. Ну на хп давайте, гейм. Вот сейчас все сдохнут. Просто все сейчас. Все, можно чилить нахуй. Был рейд, нету рейда нахуй. Нет, добьем, 18%. А ты угораешь? Сейчас было 18 человек живых, блядь, ты чё? У него 18% хп, и у него там 16 или 17 человек живых еще. Не, меньше было. Не было знаю. Живо, блядь, 4 хила, и только сдохшая там первая пати и один миличник со второго. Остальные все были почти живые. Так и там... хилы, и хилы сдохшие были, и РДД. Три хила было, два хулипала было живые. У нас один хулипал, в принципе. Один. А, ну один. Ну не судя, блядь. Можно было добить 18%. Не, что-то сомневаюсь. Он каждый раз после этой метки, когда начинает рейд опускать, кикает мне каст. Вторая смерть после, подряд, да. Блять. После второго этого шквального там пиздец. Ну возьми босса. Вот надо сейвы оставлять на, после второго шквального, чтобы сдавать. И мы не можем там... хилить. Он кастует воющую тень. В этот момент там тебе надо это, этот, каст. Вот, это, вот этот вот кик стоит. Каста, его можно фейкнуть. Он предупреждает, блядь, берегитесь, блядь, там. Или как он там? Натуре. Типа он прям говорит, блядь, что ты просто можешь в этот момент остановить каст, блядь, просто поймать эту хуйню и продолжить кастовать дальше. Ну, покидать шоки там уже в Т4 есть, мгновенно идти.
Типа там даже ДБМ предупреждает, что сейчас будет каст этой хуйни, и там буквально через 2 секунды он начинает кастовать. Ну, нет, там миликов хуярит, почему? Там каст вот этот быстро проходит, блядь. Вот смотрите, тени, вот и... смотрите, вот вы пытаетесь помочь, я вот не знаю, когда там что пробивает. Вот вместо того, чтобы сейф, научитесь как-то, я не знаю, ну, требовать вот что нужно именно, а не вот так вот сейф. Я тоже могу сказать там сейф, блядь. А какой сейф, кто сейф, как сейф. Вот сейф у меня есть, я его отдаю под лужу. Потом сейф есть у Фарла. И больше массейвов никаких нету. Вот есть три гимна на ХП. Мордаунта, Бигдэм и у Пэса. Так что вместо того, чтобы сейф, просто скажите Пэса дай на ХП. Или Бигдэм дай на ХП. Можете так сделать? Может тогда проще станет. Фарла сокру, Пэса на ХП. И все, сказали, и все это сделается. Вон у Пэса КД, у Бигдема нету КД на ХП. И Бардаун-то еще есть на ХП. Мать, башка болит, блин. Все готовы, да, что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Следующие ангейзеры будут в нализоне. Он равист, вот дикон. Только не вместе эти метки. Вот и захильти. ДЦ уже лежит, чилит. Что его убило, блин? Сейчас гейзера будут в РДД с вами скоро. Спирит, ложный выпад нажимаешь? Вот захилил. Нажимаю, да. Гейзера не будет. Сейчас в мелизоне был с гейзером, готовьтесь. Я вынесу. Вот лучи вот эти переживите. У меня сейва нет, Фарло, если что, давай ты. Давайте гимн читать. Гимн на ХП кастой, Пэса. Ну, а вот кастой. Я сейчас выйду и тоже скажу. Блять, не успею. Ну вот сейчас что-то надо хилиться. Хильтесь, баблы там. Ну ШВ нажимайте. Хильтесь, сука. Ну никто вас не хилит уже. Наверное, ну флешку посею, ну руки возложением, блядь. Вот метки отбегите, сдохните по одному, блядь. Тут мастер там. Вот не положите только, оставь, вот живых миликов вы положить решили, да? Я понял. Лям, все, добивайте, лям. Сейчас незыбка откатилась, нам еще не зыбка. Давайте.
Ура, очередная великая. Ура, нахуй, ёбаный. С первого раза, ребят, с первого натуре, раза. Бля, да, все, что до этого было, этого не хороший. Было. Да. Пуха, ура, блядь. Ботиночки. О, хорошие. Ой, что так много шмоток упало. Сука, я хочу, нахуй. Охуенные. Они 4, пуха. Так. Чё это, там? Нихуя себе. Так, фара. Снижает время восстановления. Нихуя себе. Это что такое? Удар бури, это на НХ, да? Ну-ка. Угу. Кому там надо у нас? Акиса только. Я обе хочу. Так, тапки. Кожа. Что там? А, это способности, что-то там. Вот, как она работает? Это охуенная тема, я, да? Ну, просто хилю и дает 320 единиц. Ну, или это пассивные 320 СПД в секунду. Так. Ну, ДПС, в смысле. Ну и кому давать, блять? Так. Синтеку. Они совинные, какой синтеку? Какой Вадикон? Совинный? Давайте тапки... Да, блять. Не, Вадикон, он топчик. Ну вот это 100% нахила. Ну-ка. А, с духом, ну, наверное. Омоложение, ну, да, конечно. Там даже омоложение. А у тебя что, такое нет? У тебя, по-моему, такая была. Нету, я вообще впервые вижу. У меня, который наоборот, я типа вот кастую... быстрое восстановление, и она дает типа, ну там что-то 300 СПД. Всякая залупа падает. Где латы мои, нахуй, на танка? Это что такое? А, это тоже 320. Плечо, крит, сила атаки, блядь. Туфли нет, да, блядь, как всегда, кассир? Разгон. Нету. Сейчас же со всех боссов падают все шмотки. Да, сейчас со всех боссов падают все шмотки. Давайте чуть-чуть дольше посидим, если вдруг. Хотя ой, давайте... Если не надо, я плечо вот это возьму последнее. А я веру. Ловкость. Я Тиларион, да. А, окей. Это прямо они где-то написали, да, что с каждого босса рандомный шмот или что? Так, по хилам. Айновен в хила, значит, притон сюда. Жми сюда. Так, блять, как вас прохилить-то? Так. Так, и какой-то шестой хил надо будет. Шестой, кто у нас будет шестой, блядь? Приза на киса, кто с вас будет? Дополнительным шестым. Так, он Акис. Вышел. Так, я тебя синтек тогда выкину туда. Вас раскидаю. Нет, вот так. Да, ты хил. Блядь, телефон сейчас стоит. Кто вышел, ты имеешь в виду? Так, растряси жир, блядь, и хажми, блядь. Тут все очень просто, блядь. После 50% у босса вторая фаза, на ней будет проклятие. Проклятие выносим лево-право, то есть кружок-звезда. Ну, милики не обязательно, кружок-звезда, милики вот право-лево от босса, вне босса стоит, вот где-то сюда. В эти стороны выносите. То есть вот эту центральную решетку не заспамливаем проклятиями. Там будут мобы, значит, будут сферы. От них надо отбегать. В мирзоне, если сфера 1, 2, 3, их зауешиваем вместе с боссом, чтобы бить босса. Иначе, если вы их не будете ауешить, они вас, ну, съедят. Они по 6 тысяч каждый дамажит в секунду. РДДшники просто от сфер отходим, от щупалец отходим. Вот босс хуёво ходит. Так что это самое. По сейвам. Растряси жир, что делать, значит. СС притон дай по синтеку. Так, растряси жир. Значит, будет дыхание 5-секундное на боссе. Все хилы хилят, значит. Частицу давай, фарла, сдержишь на... Блять, на ком же? Сука, хуй знает. Шаман или хант? Ну, давай, короче. Кто с них больше дает? Ну, давай на даваки не держи, короче. Айновен держи на этом. На Теларе тогда. Они не хилятся нихуя. Mm-hmm. Я так меня косвенно похилите. И щит земли на мне, кто пускай Хэлла держит. Так. Ну и значит по прожимкам по своим на этой. Как она называется, блять? Вот вам рыба. На дыхании 5 секундам свои прожимочки отдаем. То есть ложный выпад. Акиса начинаешь хилить. А кто, кстати, в хиле я что-то... А, я что-то призана перекинул, не того. Вот, призан, если что, ты в энхе в этом. Акис, этот призан, если что, кастуешь через себя цепуху пару штук.
Вот, вары, этот, нажимаете, да, нажимаете защитную стойку на 5 секунд, чтобы на 10% урон по вам снизился. Топроты там у меня берите, у кого нет. Ну и это, притон похищения жизни, кастуешь защиту от тьмы. Маги щит маны, нажимаете, не скупитесь на эту хуйню. Лучше выжить. Ну, пристыв там отхил по ним идет. Если не уверен, пристыв тут... Тучку, в принципе, наконец оставляйте, когда надо будет в бублике заходить. Вот именно в бублике под тучкой заходите. Пасы вам. Давайте, значит, Равник первой тьмы, Холидринг второй, Фарла третий. Айнвен, ты оставляешь свой тьмы на самый конец. Когда мы сдаем незыбку, ну, именно когда на заход в бублике. По гимнам на ХП. Значит, Биг Дэм, ты самый живучий. Твой гимн на ХП будет... После выхода с бубликов, когда выйдешь с бубликов, тогда даешь, ну, чтобы дохилить рейд. А Песа твой перед заходом в бублике. Ну, там на дыхании на каком-то я тебя попрошу. А Мардаун, ты свой гимн на ХП даешь на усмотрение. Если хуёво, кажется тебе, что хилить, то это даешь. Стой, может, а Фарла первое, на первое дыхание Эма отдаст? Я третью ауру возьму потом. Ну, хорошо, давай. Так, Фарла первый, Рарди второй, Хлюдринг третий, тогда так. А, ну и самое главное, значит, сферки будут в них, РДД знаете, как стоять, мелики тоже знаете. Ну и мобов знаете, как ловить, так что отчет на пул, да? Хуйню какую-то сказал, да? Ну и Гера на 35. Примерно. Я что-то прыгаю по привычке, блядь. Банный босс, блядь. Сейчас дыхание будет, готовьтесь через пару секунд, готовьтесь захиливаться. Захиливаемся. Акиса, вставай, ставь тотем, мордаун, гимн на ману. С черного пола выходите, вот что я забыл сказать вам. Баф по Акисе, жир пускай лежит. Босс немножко за мной пошел, потому что меня обездвижен. Баф по Акисе. Иннер водикот по Акисе закинь. Вот захиливаемся. Захилимся, захиливаемся. Ёбаный рот, нихуя не получается, да? Ну пробуем. Бомблю или пошли. Разок попробуем. На меня идут, если что, милики там от босса потом будете отходить. БР есть. Подожди, пока с БР. Может, так добьем. Вот сферы зауешьте, вот милики, вот это вот возле босса. Проклятие выносите право-лево. Вот с бублика вышли, с бублика вышли. Вышли с них, ну, чтобы вот схилить можно было. Я чувствую, еще посыпемся, блядь. Не, не, ложимся. Не, нахуя, не надо, ложитесь, падайте. Что-то не так, нахуй. Десятка у призена, аджиби. Маги помалу так бьют. Ложитесь быстрее. Тилара что-то мало, блядь. А чё минус 3 сразу на первом дыхании? Как вы на дыхании это хилите? Ну никак. Акиса, что-то у тебя случилось? Что-то не хилил совсем вообще. Акиса. Он умер. Не, ну умер, так он встал потом, блядь. И хила нету нихуя. 100 тысяч всего лишь. Что-то у Акисы случилось. Что-то игра лагает, я вообще не ебу в душе. Я тоже. Я тоже не да знаю, у почему. У всех лагает, блять, я не понимаю. У меня Акиса, чё у тебя там? Зависло или чё? Как блядь. Прок какой-то, ебать, берет и виснет. Я себе монумент отключил. Аддоны. Бля, в натуре может аддон какой-то портит настроение. Ну, в первую очередь отключает Тейлс.
На то, что-то я смотрю. Я если почищу, хочешь, чтобы у тебя не лагало. Я его почищу, то он мне тут занимает 3-10 мегабайт, блядь, дохуя как-то. Давайте попробуем еще разок. Сейчас не знаю, как будет. Так. И графику на 0. Только плотность частиц оставь чуть-чуть в том, чтобы у тебя было видно способности, из которых выбегать. Да у меня все на минималке стоит, я и так вижу. Можешь под первое дыхание массы крова дать еще? Ну отдай фарла. Типа, блять, это без массы крови должно захиливаться. Ну там с пончиком кто-то... Там, да, земля черная и это дыхание сразу. Вот да, вот оно что. Они костили и сдохли, блять, в этой хуйне. Это... Да, черный пол, нахуй, это вот что я забыл сказать. С черного пола выходим. Не выходит только тот, кто, у кого прожимка есть. Там сова какой-то с дубовой кожи, например. И там шарик сфера. Потому что если сферы выйти, там по 10 тысяч по рейду будет идти урон. Вот, то есть, ну там, Биг Дэм условно, там может в тучке остаться. Либо Дикон какой-нибудь, кто шарит. Чтобы шарик закрыть и на полу черном постоять. Остальные с черного пола выходим. Те готовы, даю отчет. 5, 4, 3. 2, 1. Ну что вы делаете, блядь? Вон черный пол, видите? Сейчас взорвется. Теперь заходим или отходим? Вот дыхание. Пиздец, блядь. Рави стресс и синтек. Я хуею, нахуй. Фул баф по синтеку. Иннер себе заливай. Ровистый ему иннер еще дай. Да, у меня это двойной. Давай хиль. Дубовую нажимай. Спокойствие нажимай. Видишь, прохиливается все. Немножко осталось. Вот фаза пошла. Сейчас смотрите, сферы появятся под боссом, сразу зауешьте милики. Бомжи мили. Бомжи на меня идут. Чтобы в луже не стоять, милики, отбегайте. Сейчас об меня похлопаются. Вот сфера там зауешьте милики. Только аккуратно, отойдите от дамага. Хаджми, ложный выход по КД. Давайте Геру. Проклятие вынесли, право-лево. Право-лево проклятие вынесите. Вот. Сферу разбейте, возле босса стоит, она дамаг наносит. Песа, давай на хп. Блять, мордаун ты ебанулся нахуй. Ну, Биг Дэм, на тебя надежда. Проклятие вынесите и на Биг Дэме тоже. Вышли отсюда с центра, дайте нам место. Ну хули ты тут стоишь, блять. Вышли с бубликов, вышли с них, сука. Готовимся, значит. Дамажьте по боссу. Выйди с бублика, блядь, чтобы тебя хилить. Милики, сука, вы видите бублик, нет? Вон сферы. Не даю незыбку, короче, давай на хп, Биг Дэм. Будем если заходить. Ну, два ляма, пытайтесь добить. А выйдите из-под босса. Вы, потому что там сдохнете, милики. РДД добьют и так лям. Вот, этот самый. Заходите в бублики. И потом выходим. И добиваем. Ну, блядь. Изи. Ух. Изи, блядь. Самый ебаный босс. Я ебал такие изи. Самый ебаный босс в моей жизни, блядь. Что там, блядь? Обоссанная пуха на танка. Надо кому-то. Так, штаны, чего там? Штаны на сову. Я ебу, я вот эти штаны хочу, сука, в рот ебать, нахуй. Вот твари, блядь. Ебать. Ебаный в рот, блядь. И не на сове, да? Брависта они есть вроде как. Вадикон тебе не надо эту хуйню? Вадикон они. А у меня такие есть же, чарка просто другая. Да. Нихуя. Я понял, блядь. Бери на ДК. Пиздец, нахуй.
А это что? А теперь эта хуйня по КД будет падать 320, блядь, где-то за луком. Да. Здесь админы ебанутые. Мало того, она еще и когда реролишь, часто попадает. Я ебал, нахуй. Дебилы, блядь, хуйню сделали, нахуй. Дайте ботинки 320, я кайфовать буду. Ну, не выпало вроде. Груднак, что там? Сила заклинания. Которые... Надо кому-то грудак этот. Он растряси жир, будешь ебашить. С этим грудаком. Так, и что тут? Кожа, грудь, омоложение, блядь. Надо тебе синтек? Не, у меня... Что вот там, блядь? Что... Рвись, на ов бери. Все, блядь. Пиздец. Ну и последний босс, самый простой. Оставайся в хиле, тоже шестой синтек. Да, умрем. Значит, масс-диспел втроем нажимаете по разу. И додиспеливает хулидринг с рарником. Ну и вы там это самое хилы хилите, то есть приоритете. Это рейд, не уронить, старайтесь. И обязательно вот додиспеливайте рарник с фридринком, потому что под этой доткой там дамаг от нее идет. Слышишь, тогда такая просьба, анонси этот как его, фир. Страх. Да. Потому что будем диспелить, и это не всегда на босса. Ага. Это всего две метки выносить. Выносим мы право-лево к стене. Начинаем с углов. Вот сейчас покажу. Вот звезда метка. Какую душе угодно в эту сторону бежите. Милики, вы вот как бьете босса возле него, просто от него вправо-лево до стены бежите и все. Не обязательно в угол бежать, в звезду, кружок. Вот и все. Вот, буду говорить метки, отвернулись, отбежали милики. Зеленый круг отбегаем, диспелищики есть. Зеленый круг отбегаем от босса, теперь отворачиваемся спиной. И этот метки выносим на край в угол. Все, пиздец, изи босс. Мак и Рога самое главное, метки выносите. Мак вообще встань, растряси жир спиной нахуй и стой, блядь. Рога тоже встань где-нибудь спиной у стены нахуй, просто стой, блядь. Лучше вообще комнату покинуть. Рога будет сотрясающий, отбегай. Посмотрите, что происходит, и потом уже начинаете дамажить. Давакин, пэсса вы тут. Он, короче, метки кидаются, на вас дебаф. 3 секунды есть, чтобы сбежать с рейда. Иначе вы разольете лужу, и все сдохнут. Сейчас увидят, там ДБМ ставят метки. Пэсса тут. Зеленая такая у вас над головой метка большая, да. Будет. Да, что же бить, блядь. Они все равно умрут, блядь. Это неизбежно. Не, ну просто, чтобы хотя бы других не убили, понимаешь? Просто из рейда ее вынести, да. Пэсса, прием. Жена поди подошла что-нибудь там. Принесла попить что-нибудь. Салатик какой-нибудь. Салатик. Пэсса готов? Ардан готов? Да. Все, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Если будет неудобно, там могу боком поставить. Если места мало будет, скажите, отведу. Сокрушающего отходите. Метки выносим. Один. Отвернулись. Отбежали. Хаджими захильте. Ну, далеко. Сдохнет и сдохнет, ничего страшного. Хадзуми, блядь, спиной поворачивается, знаешь как? К боссу. Подбеги там ближе к хилам, что тебя захилили. Метки. Метки выносим. Отвернулись. О, никто не словил. Отбежали. Метки. Выйдет там растрясти жир нормально? Да, он же второй раз вынес. Молодец. Отвернулись.
Метки. Свято сухой. Змеили метка. ДК вообще начали сегодня. Мастер, да, зачилил. Отбежали. Че, отвести или че? Да, чуть-чуть. У них уже на графика маленькая, вообще не помню. Поближе немножко хилы встаньте, чтобы достал. Скоро эфир, готовьтесь. Отвернулись. Метки. Захильте, захильте Мелизону быстрее, отбежали. Че, Геру-то дадим? Давали вроде. Вернулись. Святоса захильте. Киньте в него в шоке. Быстрее далеко. Захильте. Далеко, далеко, очень далеко. Ворот. Метки. Метки. Отбежали. Отвернулись. Метки. Ура. Изи. Два пояса. Ты за хуйня, блин, что в десятке, что это на качок упадает на этой неделе. Вообще пиздец. Он на кота кому-то, блять. Давай одинаковых. Может? А, хотя ладно, не надо. Это история останешься, мне там камушек сделаешь. Или мы в десятку сходим, кто хочет. Я бы сходил. Что-то спать. Не могу. Так, мужики, а два лицита есть у кого-нибудь? Престом. Есть. Дай, пожалуйста. Кому? Фарла. Я по почте скинуть или тебе так отдать? Там я был ранен, можно так. Попало надо, то хорошо, сейчас на банк подойду. Был ранен. Да, сейчас я еду за гистонитом. Так, пояс, что это? МП5, СПД, блядь. Чё, второй такой же? Для хила, да. Блядь, бред, блядь, пизда, нахуй. И что, никому не надо? Ну, хапало, может, или там, блин, какие-нибудь опции. ПОУЕшный лучше. Нет, вот он как раз топовый для нас будет. Только тебе крит на нем нужен, тогда у тебя будет бонус. А, крит заебешься крутить. Блять, ну куда вы все делись, блядь? Хуй кому отдашь чё? Спасибо. Так, и что это? Омоложение опять. Ну ёбаный в рот, ну чё за хуйня нахуй? Это бред какой-то, блядь. Три шмотки на омоложение. Может, надо? Пизда, хоть за ирдру начинай играть, блядь. Нифиг надо косить играть. Пиздец, блин. А у нас танков нет. А чё, мы есть танки? Есть так, танки. Сейчас я подам. Бля, это на другом плане. Можешь эту вкладку? Да, секундочку. Там плюсовать на ТТГ-10. Я тебе не в этом плане нету. Все, расходимся, да. Какие те камушки? Вот. Мне надо СПД хаст.
Дехаст, нифига себе. А, ты на аэродру? Ну да, вот же, типа, запы выпали. Нихуя, когда ты